Че ты делаешь, Серго? Играю, братан. Сам с собой в камень, ножницы, бумагу играешь? Ничья, братан. Че, смело, с кем играть, блядь? С тобой, что ли? Каха, что ли? Со мной можно было. Раз, два, три. Каха спит, братан. Каха спит. Пойдем прикол покажем. Мы так редко смеемся с вами, ребят. Если его разбудить, блядь, это конец света будет. Смотри, смотри. У него, братан, пятки тресканные, братан. Смотри, смотри, смотри. Смотри, видео такое. Смотри, смотри. Смотришь? Да, да, да. Смотри, сейчас, бля, не получилось. Это тут маленькая трещина. Сейчас. Слышишь, тихо. Сейчас. Третий за родителей, братан, подожгу и все. Да надо, братан, третий за родителей. А, блядь, сука, ёбаная, блядь, я тебе, блядь, сделал за родителей, ёбаный в рот, блядь. Ты чё, охуел, блядь, ёбаная, нахуй, выключи ты камеру, блядь, один день накрылся спать хочу, блядь, ёбаный в рот. Выключи да камеру, блядь, выключи, да выключи, всё. Ты здесь, блядь, ёбаный в рот. Да я им говорю, чё ты на меня орёшь, блядь. Всё, блядь, ты на сон упадёшь, блядь. Как выключили? Нахуй, выключи сниматься, заебали меня, блядь. Ты меня заебал уже, блядь. По городу ходить не могу. Все люди меня, блядь, фотографируются со мной, блядь. Как будто я этот, блядь, питон, блядь, ёпка. Фотографируются, потому что ты знаменитость. Ты ж хотел стать знаменитым. Да, не бей его. Знаменитость, знаменитость. Знаменитость, мой Буцин со своим сериалом заебали меня, блядь. На тебя люди смотрят, тебя миллионы смотрят уже, поэтому и снимают. Мне похуй, заткнись, сука, сейчас ебальник. Все ждут серии новые. Что там, блядь, за серия? Знаменитость. Как оставь? Как оставь? Пожалуйста, оставь. Оставь. А ну оставь. Как, у него и так сосать. Сейчас он у меня сосать. Да он же твой друг, ты что делаешь? Сосать сейчас. Да вы не снимай, блядь! Вы снимай! Как это? Знаменитый стыд пароход, блядь! Сюда, иди сюда! Блядь! Да, он её сосёт! Да, не было! Снял, не было! Снял, покажи мне! Не было, покажи! Прикосновения не было, иди нахуй! У тебя пятки тресканные, ёпта! У тебя, блядь, ты иди сюда. Все, оператор, иди сюда. Только не будешь бить? Не, бить не буду. Честно. Не буду, говорю тебе. Все. Я или что, я про бошка спрятал? Не, я тебе верю, брат. Смотри. Понял. Что, брат? Что? Успокойся. Что, братан? Знаменитость. А, сейчас я покажу красивого Данила. Оператор! Оператор! А этот? А то, что вот вы снимаете, покажите нас это. Мы вариант посмотреть. Конечно. А, давай посмотрим. Слышишь? Да. Блядь, по-братски, ёпта, они свои носки, глаза режет, блядь. Вот здесь мы монтируем все видео. Ремонтируйте. Давай фильм показывай, ремонтируйте, меня не волнует, братан. Какой фильм? Как? Мой фильм со мной, где показывай, где? Смотри, я космонавт, ёпта. Аккуратней только слушай. Тихо, да, тихо, да, тихо, нахуй, тихо, нахуй. фильм с нами. Я поставлю самую первую серию, которую мы сделали. Да, давай, давай. Это давно наш было. Наш фильм, братан. Смотрите. Садись, возьми стул, сядь, хочешь? Аки, это ты! Это ты! Это ты! Аки, тихо, тихо, тихо. Нормально. Давай снимем, поприкалуемся. Поприкалуемся, говорит! А это кто? Здорово. Это кто? Здорово. Это ты, как? Скажи, пожалуйста, какая погода в городе? Чем ты занимаешься?
камеры убери, а. Красавчик! Пол, конечно, в цвет. Ты можешь просто ответить на вопрос? Я же ничего такого конкретного не знаю. Камеры убери, я тебе сказал, по-братски. Убери камеру. Почему ты нервничаешь? Я просто спросить тебя хотел. Ты что хотел? Ты что спросить хотел? Да ну, угомони! Ебашу! Братан, ты непосредственно с меня спросить не можешь. Ты максимум что можешь сделать? Ты можешь поинтересоваться. Спрашивай. Страховки, Боня! Да успокойся! Успокойся! Ты можешь спрашивать. Я тебе еще раз говорю. Паузу сделай. Спрашивают Слахов. Да я понял, это два года назад. Я достойный пацан. С меня спросить не можешь, поинтересоваться. Давай дальше, что там? Больно. А это что? Что ты делаешь? Вот это что здесь за буквы? Это комментарии. Ну, люди видео смотрят и могут сразу под видео написать свое мнение. Бля, да ладно. Кому нравится, кому нет. И что? О, какая тёлка. Что ну пишет? Вот, пишет? Вот эта тёлка что пишет? Какие прикольные сочинские мальчики. Конечно! Она увидела! Понял, кавказских мужчин увидела, волосы на пацаны дыба. Круто снимаете, спасибо за настроение. Сериал бомба, очень круто. Конечно, брата, нихуя себе. Что за страны? Хать, фу, какие-то обезьяны. Что? Да ладно, ты кому это, братан? Напиши ему, братан, он сам знает, братан. Ты чё, мразота, братан? Нихуя себе, братан, национальный момент поднимать. Я тебе ебало сломаю, братан. Обезьяна, брат, ты сам обезьяна, бля, ёбаный в рот, бля. Я его сломаю. Да успокойся, найди мне его, я ему отвечаю, я ему голову сломаю, я тебе отвечаю. Пацаны, при вас говорю, да, найду шею, отверну, понял, позвоночником его задушу. Да, откуда он, братан? Виктор Финогенов, Красноярском. Поехали. Бери камеру, поехали в Красноярск. Бери камеру. Вы что, реально хотите в Красноярск поехать из-за этого? Да, блядь. Давай, возьми камеру, поехали. Да не поеду я ни в какой Красноярск. Что его защищаете? Да вы не защищаете, он его защищает. Какая-то малолетка просто. Братан, если сегодня позволит одному человеку такие вещи, национальный момент, ты понял, делать, завтра все на голову сядут, братан. Конечно, блядь, одному дальше все срут, ёпта. Конечно, братан, за словами следить нужно, понял? Забери камеру этого терпилы. Дай сюда, блядь, я сам сниму. Странные мнения оставляют люди. Они заткнись, блядь. Всё, давай, иди нахуй. Давай, братан. Димаков, камера, это же пользоваться не умеет. Это вы не умеете, я все умею. Когда мы камерой пользовались, где ты бил, мой раз. Блядь, вы с гор спустились, блядь, ёпта. Вы даже не включите её. Да, включу нахуй. Бля, надо переодеться. Зачем? Вдруг там тёлки будут? А, в натуре я макосины шамсовые одену, понял, братан? С кайфом, блядь. Я галстук возьму, блядь. Конечно. Поехали. Короче, поехали. Я, короче, братан, понял, этого Виктора Финогенова, понял, поймаю, вот так подойду, скажу, братан, ты кому это сказал, понял? Он на жопу сядет и сразу ебальник начнет бить, ты возьмешь камеру, понял, и начнешь меня снимать. Сниму, как да, ты его потом... ударил, они выложат, и чтоб ему показать, да, мол, да. Ты его наказываешь. Ты умеешь пользоваться? Конечно, ёпта. Она сейчас включена или выключена? Не, она выключена. Блядь, фу, блядь, сука. Чё ты пердишь на меня? Это ты пердишь, блядь. Ты заебал в лифте, блядь, имей уважение, ёпаный, блядь. Каха, блядь, нахуй ты пердишь и на меня скидываешь. Чё, мразота, это ты пердишь, блядь, когда ты пердишь, я твою кислоту, блядь, на километр учу. Когда я пердел, ёпта, ты чё, блядь, не... Когда, когда тётя Сусана в гости приезжает, холодец свой делает заливной, вот это... Думают, в Сибири живут, конечно, им братан. Недосягаемые, блядь. Братан, как недосягаемым? Я с трапа выйду, всех на место поставлю, лестницу дам, чтобы они с небес на землю опустили. Конечно. Понял, братан, дам тебе, ты именно ты снимешь, как я этому типу ебальник ломать буду. Конечно, вот да. Вот возьмешь и снимешь, да, в эту камеру, понял, братан? Конечно. Братан, они нихуя недосягаемые, не они очень даже досягаемые, братан. Да, блядь, а этот... Слышишь, это все хуйня, Каха, по-братски, скажи мне, как мы будем за такси это платить, блядь, у тебя деньги есть, или мы это, как будем решать вопрос? Блядь, пиздец, давай, возьмем, я травмат свой достану, но таксиста испугаем, он деньги не возьмет. Блядь, а если он по рации мусоров вызовет, пиздец будет. Тогда блядь. Давай, блядь, мы скажем, поедем, что мой дядка, это... что мой дядка
блатной, он же шашлычку держит, братан. Таксисты испугаются, блядь, отвечают. Каха, у нас в Сочи такие таксисты, и они на блатных тоже особо внимание, братан, по-моему, не как это слово, блядь? Обнимаются. Особо не обнимают, братан, внимание. Ну, братан, я, честно говоря, мне похуй на любого, да хочешь, я ему прям сейчас ебальник сломаю, блядь, бесплатно поеду, сяду за руль, поеду. Каха, а как мы за самолет заплатим, братан? Братан, тихо, пилота кинем, как таксиста кинули, так его и кинем, понял, братан? Точно, это кто он такой, слушай? А ты что, шмотки с собой не взял, братан? Нахуй надо туда-сюда тащиться, братан, вон барсетку взял, носки кинул, поехал, полетели, понял? Бля, да я думаю, что так воняет в машине, бля, ты что, старые носки туда кинул, бля? Походу, да. Блядь, Каха, оба жениться надо, чтоб бля, кто-то пора, стирал, конечно, братан. Конечно, братан, пора, пора. Блядь, Каха, ремень снимай, блядь. То снимай, блядь, хуй мне показать, блядь. Все телефоны, часы мои, понял, блядь. Ваш Ирон Константин снимай. Ёпта, мы так на районе снимаем. Прикинь, братан, это же самолеты, братан. Там же одни богачи летают, братан. Да. Братан. Прикинь, сейчас мы в самолет заходим, а там Вера Брежнева сидит, братан, я тебе отвечаю, я так ей вдую в копчик, понял, раком поставлю, понял. Полетит, она потом забудет всех мужиков чисто. Мне будет... потом по СМС-ка будет писать. Прикол, это будет ее самый конкретный полет. Ты гандоны взял? У меня один всего, братан. Дашь мне его, братан. Я не дам, мне на 18 лет пахан подарил. Дай мне его, братан, вдруг там Бузова будет, я буду это я хочу сыну своему потом отдам, братан. Братан, а ты видел мой двоюродный брат на похороны к дед Гураму, на чем приехал? Видел, конечно, сейчас не выебывайся, блядь. На что, на Гелендвагене, братан. Бля, откуда у него бабки, блядь, как? Братан, это его тетка овощную точку имеет, братан. Блять, вот последнее время все, кто ёпта, луком занимаются, братан, мир держит. Здесь луком болгарский перец, пиздец, можно, блядь, у меня такие знаешь, бабки поднимать, братан. А что ты думаешь, этот, кто самый богатый мира, этот, как его? Луковый магнат, ёпта. Этот, как его? Ну, по телевизору говорят о нем. Блядь, этот, сейчас скажу, братан, это... Киркоров, братан. Да, вот Киркоров, он же их семья на луки поднялась, потом они его про этот проталкивать начали. У него пахан рынок имел, братан. Да, братан, видишь, я говорю, если поехать в Абхазию, в овощи закупить, понял, там. Блядь, Каха, мы же в Красноярск летим, братан. Мы же над Америкой, по-любому будем пролетать, да? Конечно, братан, что глупый вопрос. Блядь, скажешь, когда будем пролетать, я пасу с кайфом, там, ёпта. Слышишь? Этот, блядь. На Детройт, ёпта, Детройт. Детройт, братан, аккуратно, там робот полицейский еще заржавеет. Девушка. А дайте счет, пожалуйста. Да. Карты есть, значит, счет. Просто счет, ёпта, блядь. Куда, блядь, карты, марты, блядь. Карты, блядь, имел бы, играл бы в покер, блядь. Она, походу, игровая, как. Братан, не знаю. Братан. Ёб твою мать, это что, смета за Олимпиаду, ёбаный, братан, я нахуй. Дай посмотрю по братьке. Нихуя себе, Коха, блядь. Мы что, гаишники, мы столько не зарабатываем, блядь, правда? Коха, правда, что если накуриться в самолете, пиздец, глюки будут? Нет, братан, ты чё, шмаль, это природный кайф, никаких глюков, братан, чистое расслабление, это от бога, братан, дано. Это нельзя, блядь, прибегать. Тогда давай покурим и полетим. Ох, братан, я тебе отвечал. Коха, там вода сама льётся. Где? Да ладно. Да, смотри. Где? Ебанёшься сейчас, смотри. Где, братан? Ты видел да это, как родник? Да это ты подъебываешь. Это родник, да ты меня подъебываешь. Смотри. Убери руки. А это видишь? Ёпт. Смотри. Ты что, меня пиздобол думаешь? Ёпта, ебанёт. Это да, родник, ну, братан. Нахуй, братан. Артезианский ручей, братан, у меня на а хате. А как она такой... сама так, братан? Не знаю это, блядь. Братан, вещь, братан это надо. Спасибо.
Коха, мы поехали. Ты, братан, ты не боишься лететь? Нет, братан, чего бояться? Я понять не могу, братан. Я никогда в жизни не боялся. 700 хипишей входил, братан. С кем только не хипишевал, сейчас что самолета боятся. Я тоже не боюсь, братан. Ко мне каждый все приходят, спрашивают, как летать. Я их успокаиваю, говорю, нормально. Если бы хинкали давали, было бы намного вкуснее, братан. Братан, я знаю, что нравится. А. То, что бесплатно? Да. Возьми еще одно. На, сок возьми, братан. Братан, проснись, приземляемся, братан. Видел у этих стюардесс, как есть сиськи? Да. А почему мы в другом самолете? Братан, понял, мы в Москве пересели, братан, чтобы Красноярск. Там бля, прикинь, если она включена, братан. Нет, ты же умеешь пользоваться, ты знаешь. Я включу, я же сказал, включу. Сейчас она выключена, братан. Да, да. Так, аппарат взял? Да, да. Ноги замерзли. Вот, блядь, тебе возьми, спроси у них. Блядь, фотоаппарат упал, блядь. Похуй, упал, спрашивай. Здорово, пацан. Здорово. Здорово. Вы с Красноярска? Да. Виктора Финогенова знаете? Который нет. Комментарий писал мне. Нет. А что писал? Хуйню написал непорядочную, блядь. Не знаем. Ладно, не опишу, давай. Давай. Подождите, ты туфли почем взял? 2200. Ладно, да. Нам, блядь, тёп, понял, он наебал, блядь. Конечно, блядь. Он за Виногенова наебал, конечно. Блядь, да, и туфлями наебал, хули он, блядь, Турции купил. Откуда у него 2200, ёпта? Серго, этот хуй еще один комментарий написал, представляешь? Блядь, нахуй, отвечаю, он, блядь, с судьбой играет, братан, с судьбой. Надо ему ебальник сломать, блядь. Слышишь, Каха? А? Смотри, я танец научился, братан. Танцы делаю. Давай, давай. Смотришь? Да, братан, конечно. Блин, ты знаешь, в чем прикол? Все же думают, что танцы это вот это вот. Ну-ну, братан, и что, и что? Да? А танцы это вот... Ты как едет, как пидорас танцуешь, слушай, это пидорас. Лезгинку нормально сделай, слушай, давай по-нашенску. Давай, я... Братан, я тебе говорю, BMW лучше, братан. Блядь, как там, Мерседес, где стоит, BMW теряется. Я... Да, конечно, блядь, а М3 что? М3 любой Мерседес порвет, братан. Братский, не смеши хуля твой М3, Брабус, когда газ нажимает, он уходит, братан. Да что, братан, на М5 что, со счетов списал уже, да? Братан, блядь, М5, блядь, у Лорензера сосет. Братан, М5 как по рельсам. А едет, МГ, посмотри, 6.3. По-братски спроси у него, он Финогенова знает или нет, пока он от холода не сдох, спроси. Не умничай, я знаю, что спрашивает. Давай, давай. Молодой человек, соизволь поинтересоваться в рамках дозволенного. Говори. Короче, братан, мне непосредственно Каха звать. Ясно. Это мой близкий, Серго, понял? Мы по-братски живем, мы названные сочинский, братья. Понял? Нас... Сочинский, мы адлерский. По понятиям живем. Братан, Виктора Финогенова ищем, он отсюда, из Красноярска. Не знаешь такого? Да, даже не слышал. Блин.
Как не слышал? Он про нас комментарий плохой писал. Но это здесь при чем? Как они последний человек, ёпта, в стране? Я просто тебе говорю, если ты его увидишь, передай от нас, что мы ему найдем, голову сломаем, понял? А вы чё так разговариваете, ёпта? Что? Какой ёпта? Ты кому вообще, блядь, базар, я понять не могу, а нам, сука, ёпта, блядь, на, скотина, зараз. Ёптель-моптель, кому нашел, говорит? Скотина, блядь, чтоб ты сдох, блядь. Каха нету мусоров, бей еще. Скотина, блядь. Ёптель, моя мать, блядь, туфли испачкал, братан. Италия, братан, все испачкал из-за этого олуха, блядь. Нихуя, люди, я пахую, куда этот город, блядь, катится, нахуй, блядь. Пойдем, Серго. Шерсть, блядь. На тебе, блядь. На. Каха! Я его тоже ударил! Давай, братан, пойдем. Братан, по-любому, если много народов финогенов здесь. Посмотри туда, посмотри. Братан, пацаны, здорово! 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 Пацаны, а этот, Виктора Финогенова знает? Вообще в душе нет. Что в душе? Не знаем. Так и говори, братан, не надо выражаться при девочках. А чё хаваете? Фуршет. Фуршет. Вариант похавай. Я никогда фуршет не хавал. Давай похавай. Давай, братан. Вариант похавай. 30 грамм капли. Давайте, братцы, ваше здоровье за тех, кого нет с нами. Дай бог, самое неместное пухав. Блядь, фуршет, ёпта, кабачок, блядь, на палке. Братан, смотри, этот телепортерщики, понял, они этот, давай. Через них все скажем. Вариант сказать? Можно? Можно. Мы ищем Виктора Финогенова, который нам комментарий плохой написал на фильме. Мы его ищем. Чтобы этого Виктора Финогенова нам нужно найти, мы ему голову словами за плохие комментарии. Это покажите по телевизору. По новостям, по телевизору покажите. Это первый канал, ребят. Первый канал, вот покажите по первому каналу. Все, смотрите, кто не покажет, там... Ох, что это было? Не знаю, братан. Встречайте, советник генерального директора телеканала ТНТ по региональным вопросам. Яна Бритченко. А, это не Финогенов. Пойдем нахуй отсюда. Ребят, я хочу выпить за наших друзей, за друзей и за людей, которые нас окружают вокруг. И я хочу, чтобы... В жизни каждого человека находился человек, который будет поддерживать до талого и находиться всегда рядом в беде и в радости, чтобы он всегда находился рядом, несмотря ни на что, и всегда улыбался и был спиной, несмотря ни на что. И никогда в жизни нож в спину не ронял. Серго, Каха, за вас, за вашу дружбу. Мы волки. Вы волки, вы такие волки, которые... И по понятиям живут. Позавидовать. Названные братья мы, названные. Давай. Давай, за вас, Каха. Давай, четко все. Давай, мой салат. Достал нож, режь. А ты это, Виктора Финогенова, не знаешь случайно? Слышала. Братан, вот здесь он живет, братья. Сейчас он за все ответит. Конечно, он думал, он не досягаемый. Досягаемый. Ставь камеру, братан, смотри. Ставь камеру, братан. Сейчас он ответит за все свои слова. Давай, братан, включай. Нет, брат, я сразу включать не буду, Каха, мало ли батарейка сядет. Братан, момент замаха включу, ёпта. Давай, тогда, братан, я сейчас постучу, он открывает дверь. Понял, ты включаешь камеру, я его бью, и ты снимаешь это и на массе, это в интернет выкладываю. Да, да. Давай, братан, смотри, все, готов, братан. Точно скажи, снимешь? Да, сниму, блядь, буду. Скажи ему по-братски, знаешь что? Скажи, доставку пиздюлей заказывали, ёпта. Так и скажи. Давай, давай. Снимай, братан, давай, смотри.
Все, Каха, я выключил, пойдем, пока мусора не приехали. Блядь, братан, братан, у него пульса нет. А бабу знает, ёпта. Пускай знает, братан. Конечно. Ты выключил камеру? Да, братан. Точно выключил? Да. Выключил, братан, вот видишь, вот это красное, то, что горит. Если, братан, она горит, значит, ты выключил и снял все. Как ты? Конечно, пускай знает, братан, за камень-то. Стоит, ждет, ёпта. Мол, понял, мол, лифт ждет, на самом деле из-за нас ты знаешь. Конечно, мол, она понял, лифт откроется, там у нее жизнь будет, ёпта. Это она понял, мол, режим ожидания, как в мобильном телефоне. Смотри, Серго, я сейчас понял. Что? Мол, лифт ждет. Давай. Привет из Сочи, скажем по-братски. Привет из Сочи. Привет! Как они, бля, они сейчас увидят, офигеют. Да. Сломал я ему, нет, с одного удара вырубил. Конечно, без сомнений, братан. Здорово! Здорово! Нормально, братан, я тебе новое погоняло придумал. Ты теперь не оператор, а в рот даватор. Здорово! Мы все сняли ее! Сломали камеру? Да она не выключена! Данил! Слушайте меня! Слышишь, пойдем куртки с ними по-братски! Данил, она не выключена, слышишь? В смысле? Ну, в смысле, она работает все это время. Она все время работала? Да! Давай посмотрим! Давай! Смотрите меня, братцы, мы, короче, сняли, как я этому Виктору Финогенову лицо, понял, отпиздил. Да, с одного удара, да, да. Мы реально нашли этого Финогенова. Да, да, братан, нихуя себе. А ты какие люди перед тобой стоят, мы что хочешь найдем, братан, умеем вертеться. Короче, братан, в интернет это выложите, слышишь? Под комментарием. Слышишь? Его на покажите, чтоб весь мир видел, как мы ему... Любовь, виброк, давание. Так, короче, мы посмотрели все видео, все, что вы сняли. А вы сняли все почти. Как вы гуляете по Красноярску, где вы просто в самолете летите. Да, но да. Именно тот момент, когда ты пришел и должен был убить Финогенова, этот момент вы не сняли. Просто у вас камера работала, а именно когда нужно было бить, вы ее выключили. Прямо в тот момент. Ладно. Я поеду, мне бабушка позвонила, срочно сказала поеду. У тебя же бабушка умерла, мразота. Ну, мне надо ехать, Каха, чувствую. Ах ты, сука, блядь. Умеет он Каха, я пользоваться. Каха, не трогай, Каха. Успокойся, хотя бы не дома у нас.